Теплица компании Воля Орион с движной крышей. Крышу опустили. То есть вот здесь, то есть если бы крыша была не сдвижная, теплица Орион, вот здесь линейка 30 сантиметров. То есть вся вот эта масса снега, который просто превратился в лед, это все бы давило бы на крышу. Но в данной ситуации теплица такая будет спасена тем, что весь снег и ледяной дождь, весь этот намокший снег, все это лежит в теплице. Укрытая земля. Которая не промерзнет.